Здравствуйте! Я рада снова приветствовать вас на своем YouTube-канале. И я сегодня не случайно такая вот Рапунцель. Не случайно я сегодня не стала ничего делать со своими волосами, а просто их помыла и высушила, потому что сегодня в этом видео мне бы хотелось поговорить именно про уход за своими волосами. И сегодня я хочу вам подробно рассказать о своем знакомстве с замечательной профессиональной маркой Davinos. Итак, оставайтесь, пожалуйста, со мной, впереди еще очень много интересного. Как вы видите, я являюсь обладательницей действительно длинных волос. Мои волосы, сейчас я вам попробую их показать до конца, вот в кадр они полностью не входят, они вот так вот продолжаются и продолжаются. Да, их еще можно вот так вот закрутить, даже намотать. На руку, собственно, если я сейчас встану, то мои волосы дойдут мне до середины ягодиц точно. Они действительно очень-очень длинные, они светлые, верхняя часть, она частично милированная, частично окрашенная. Несмотря на то, что мои волосы светлые, мои волосы длинные, и мои волосы подвергаются периодически определенным процедурам, в том числе и окрашиванию, мне таки удается их продолжать отращивать, мне удается сохранять эту длину, не иметь активной ломкости. Все-таки удается сохранять мои волосы гладкими, эластичными и здоровыми. Я не люблю секущиеся кончики. Как только они у меня появляются, я обязательно длину подстригаю. Вот данная длина, это длина именно здоровых ухоженных волос, без секущихся кончиков и без каких-либо проблем. И получается у меня все это благодаря регулярному и тщательному уходу за моими волосами. И для ухода за своими волосами я использую только самые лучшие марки, самые лучшие продукты, проверенные, профессиональные, которые очень и очень себя хорошо зарекомендовали. Уже много-много раз я слышала и сталкивалась с маркой Davinos, слышала о ней замечательные восторженные отзывы, слышала рекомендации моих подруг, которым определенные линейки данной марки очень и очень нравятся и очень им подошли. Я, к сожалению, с маркой Davinos тесно знакома, до недавнего времени не была. Я видела, безусловно, достаточно широкий ассортимент продуктов Davinos в магазинах, я, безусловно, что-то читала про средства этой марки, но вот непосредственно близко познакомиться смогла относительно недавно, познакомилась и осталась очень-очень довольна. Марка Davinos — это итальянская марка. Марка, все продукты, которые создаются на основе достаточно активной исследовательской работы, где ученые работают совместно с косметологами и создают продукты на основе натуральных компонентов. Более того, они создают продукты с той концентрацией натуральных компонентов, которая позволяет не только визуально ухаживать за волосами, то есть не только делать так, чтобы волосы выглядели здоровыми, но действительно их восстанавливать изнутри, и именно этот подход мне нравится, именно этот подход я полностью разделяю, потому что для меня, как для обладательницы длинных волос, очень-очень важно, чтобы мои волосы не только выглядели здоровыми, но и, конечно же, были здоровыми. Как вы знаете, так как мои волосы достаточно длинные, мне приходится выбирать достаточно большое количество продуктов по уходу за волосами, и когда я познакомилась с ассортиментом марки Davinos, могу честно сказать, что мои глаза разбежались, потому что ассортимент очень и очень большой, и достаточно много продуктов узконаправленных, то есть настолько большое количество и настолько большой выбор шампуней, кондиционеров, масок, плюс еще марка Davinos производит большое количество укладочных средств и ухаживающих средств за вашими волосами. Насколько я знаю, и это абсолютно заслуженно, лучшие салоны мира работают именно на марке Davinos, и эта марка считается маркой премиум-класса, что я ощутила на себе при использовании продуктов данной марки. Так вот, я для себя выбрала следующие продукты для знакомства. Я выбрала для себя шампунь из линейки Valu. Это шампунь для придания объема волосам. Я выбрала для себя маску. Данная маска, это у нас Nunu. Это восстанавливающая, питательная маска. Я выбрала именно маску, потому что так как мои волосы длинные, так как мои волосы частично окрашенные и на кончиках они, конечно же, тонкие, то мне нужно достаточно сильное средство для того, чтобы после мытья головы я свои волосы могла расчесать и мои волосы успели за время нанесения на них лечения восстановиться и подпитаться, поэтому вот выбор был в моем случае остановлен именно на маске из питательной линейки Nunu. И третий продукт, который я для себя выбрала, это вот такое вот молочко.
Это молочко OI All-in-One Milk, также от марки Davinos. Подобрав для себя следующие три продукта, у меня получилась целая полноценная линейка, с помощью которой я на данный момент ухаживаю за своими волосами, и которая показала очень-очень неплохой результат. Давайте пройдемся по всем продуктам еще раз и более подробно остановимся на каждом из них. Итак, в качестве шампуня от марки Davinos я выбрала для себя шампунь из линейки Volume, как я вам уже показывала. Вот он еще разочек. Это шампунь в объеме 250 мл. Volume — это шампуни именно для тонких волос. Они предназначены для ежедневного придания объема тонким волосам. Это очень мягкий шампунь, как и все шампуни Davinos. Данный шампунь мне очень-очень понравился. Он не только придает объем моим волосам, он еще и прекрасно их увлажняет и очень-очень мягко их очищает. В принципе, все продукты Davinos, они отличаются высокой концентрацией активных компонентов. И в данном шампуне среди активных компонентов в него входит экстракт хмеля, аминокислоты и фитоэстрогены. Вот все вместе эти компоненты очень неплохо работают на очищение, как я уже сказала, волос, и на придание им объема без эффекта утяжеления. Шампунь достаточно концентрированный, он очень-очень хорошо пенится, достаточно небольшого количества, чтобы промыть ваши волосы. Вот в данном случае я уже 3 или 4 раза данным шампунем пользовалась. Вы видите, баночка практически полная, израсходована очень-очень мало. Шампунь классический, наносится, собственно, классическим способом, массируется. Я, как правило, оставляю шампунь на своих волосах на 1,5-2 минуты для того, чтобы он смог активно подействовать и очистить не только мои волосы, но и кожу моей головы. И вторым этапом после использования шампуня является использование кондиционера. Но в данном случае, как я уже сказала, кондиционер я брать не стала. Я для кондиционирования и для второго этапа ухода за своими волосами выбрала именно маску. Маску из линейки Nunu. Данная маска тоже в объеме 250 мл. И если шампунь у нас в бутылочке, то маска у нас вот в такой вот коробочке, которая сбоку открывается. И вот она густая, такая вот очень концентрированная. Очень-очень приятно пахнущая маска из линейки Nunu. Честно говоря, даже выбирая маску, я немножечко сомневалась и волновалась, потому что я знаю, что мои волосы достаточно непросто распутать, и, в принципе, для ухода за своими волосами, для кондиционирования их, я очень часто использую марки и продукты, содержащие силиконы, потому что очень долгое время я, честно говоря, действительно была убеждена, что с моей длиной волос не справиться без силиконов. А марка Davinos в данном случае меня очень и очень удивила, потому что данная маска, как оказалось, прекрасно справляется с распутыванием моих волос и с восстановлением моих волос. Она, конечно, за 2 минуты не сработает как кондиционер. Так как это маска, то ее, согласно инструкции, необходимо нанести на подсушенные полотенцем волосы на 15-20 минут. Я иногда хожу с ней и 30 минут для того, чтобы она еще более активно успела восстановить мои волосы и напитать их. Одним из активных компонентов данной маски является томат сорта Fiaschetto, который, собственно, тоже отвечает за восстановление волос. Как я уже сказала, маска очень-очень густая и тоже расход достаточно небольшой. Вот это вот то, что осталось после трех, соответственно, применение, и это применение на мою длину, а как вы понимаете, на мою длину расход маски очень-очень большой. Естественно, на корни моих волос я данную маску не наношу, я отступаю сантиметров 5-10 и достаточно обильно наношу маску по всей длине своих волос, потом закручиваю, как правило, свои волосы в пучок, закрепляю их резинкой, все это как бы волосы вместе с маской, и делаю какие-то свои домашние дела в то время, пока маска работает. И вот в тот момент, когда вы смываете данную маску, вы уже ощущаете и понимаете, что ваши волосы действительно изменились, ваши волосы стали более гладкими, ваши волосы стали более эластичными, они, вот вода, стекающая по вашим волосам, она прям струится, и волосы сами, они настолько
шелковистые, настолько мягкие и настолько гладкие, что даже если какие-то и были спутанности, то вот после применения данной маски они полностью исчезают. И третий продукт, вот после того, как я свою голову помыла, после того, как я на свои волосы нанесла маску для волос, я смываю обильно маску для волос, как я уже сказала, потом я подсушиваю свои волосы полотенцем, и перед тем, как их сушить, я наношу на них вот это вот молочко от марки Davinos. Сейчас я вам еще раз его покажу. OE All-in-One Milk. В данном случае это бутылочка в объеме 135 мл с вот таким вот носиком. Дозатором, которая выдает необходимое количество данного молочка. Это молочко предназначено для того, чтобы также распутывать волосы, увлажнять их, кондиционировать. И мне очень захотелось его попробовать, потому что вы знаете, что какое-то время назад я попробовала масло из линейки OE, и об этом я вам расскажу чуть-чуть попозже. А вот с молочком я познакомилась впервые. Данное молочко можно наносить как влажные, так и на сухие волосы. Оно прекрасно кондиционирует, оно прекрасно увлажняет. Оно также придает объем без утяжеления волос. Также оно обладает очень неплохим термозащитным свойством. И, в принципе, это такое вот универсальное средство для защиты, для восстановления и для питания ваших волос, для того, чтобы волосы оставались здоровыми, для того, чтобы волосы оставались блестящими, шелковистыми и эластичными. В инструкции написано, что необходимо наносить 10-15 доз молочка на подсушенные полотенцем волосы. Одна доза – это одно нажатие на пульверизатор, вы подставляете ладошку и нажимаете на пульверизатор. Ну, 10-15 нажатий, это, я так понимаю, что на волосы короткие либо средней длины. На мои волосы я наношу, наверное, нажатие 30-35 в 3 этапа, распределяя их по всей длине. Дальше я даю данному средству подействовать. Я, опять же, уже после того, как я нанесла на данные волосы молочко, я опять закручиваю свои волосы в пучок и еще 5-10 минут хожу вот с такой вот странной, забавной, милой прической, именно для того, чтобы вот все активные компоненты из данного молочка успели максимально подействовать и отработать, и уже после 5-10 минут, уже после того, как данное средство отработало на моих волосах, я, соответственно, распускаю волосы, начинаю их сушить, расчесывать, укладывать и делать с ними все то, что я задумала. Текстура данного молочка очень-очень приятная. Один из активных компонентов, входящих в данное молочко, это масло аната. Молочко, оно не жирное, оно действительно очень увлажняющее, и оно имеет кондиционирующий эффект. То есть вот после того, как вы нанесли данное молочко на ваши волосы своими ручками, руки масляными, липкими не остаются, ручки, наоборот, очень такие вот увлажненные. И еще одно средство от марки Davinos. Это средство у меня было уже достаточно долго. Об этом средстве я вам уже рассказывала. Это масло OE Oil. Его туба аналогичная тубе, в которой содержится молочко. Также 135 мл с пульверизатором. И это такое абсолютное восстановление, абсолютное лечение и питание для ваших волос. Это такое очень концентрированное масло, очень-очень жирненькое, которое я периодически наношу на свои волосы, когда понимаю, что они подсохли и что мне их надо подпитать. Разница в чем? Вот если молочко я наношу именно на влажные волосы, после того, как я их помыла для такого активного кондиционирующего действия и для увлажняющего действия, то масло, так как оно очень-очень жирненькое, я его, как правило, начинаю наносить по утрам, по всей длине, на второй, третий день после мытья моих волос. Ну, по всей длине, опять же, на корни я его не наношу, да, я отступаю уже сантиметров 20 и наношу где-то от середины и ниже данное масло, достаточно обильно на свои волосы, то есть для меня достаточным объемом, достаточной дозой является 2 нажатия на пульверизатор, которые я выдавливаю, собственно, данное масло, 2 дозы данного масла на свою ладонь. Дальше я между ладонями распределяю данное масло, одновременно согревая его, и потом 2 ладонями, как утюжками, я вот так вот прохожу по своим волосам, перенося масло с моих рук на волосы, как бы вот проглаживая их. Таким образом,
все компоненты масла, согретого на моих ладонях, максимально активно работают на моих волосах. Волосы, естественно, после применения данного масла становятся мягкими, шелковистыми и блестящими. И та сухость, которая появляется благодаря тому, что воздух сухой, и ветра, кондиционеры и так далее, вот эта вот сухость исчезает, и мои волосы продолжают оставаться такими же увлажненными, такими же напитанными, и мои кончики остаются здоровыми и ни в коем случае не секутся. Итак, подводя итог, я могу сказать, что марка Davina стала для меня настоящим открытием. Я была действительно приятно удивлена качеством продукции данной марки. Я была в настоящем восторге от широчайшего ассортимента средств по уходу за волосами, представленными в данной марке, и теперь я точно знаю, что для того, чтобы справиться с моими длинными волосами, силиконы совершенно не обязательны. У меня есть теперь марка Davina, с которой я могу обращаться для того, чтобы с помощью высокой концентрации активных компонентов, природных компонентов, прошу обратить внимание, ухаживать за моими волосами, восстанавливать их и делать так, чтобы я могла продолжать отращивать длину и, собственно, делать то, что мне хочется, а не то, что требует состояние моих волос. Уверена, что с удовольствием продолжу свое знакомство и свое общение с маркой Davina. Уже сейчас, как в той самой пословице, одну ягодку беру, вторую примечаю, третью мерещится. Уже сейчас, используя вот данные продукты от марки Davina, уже начинаю подбирать себе следующую линейку, следующее средство, которое бы мне очень-очень хотелось попробовать. Надеюсь, что данная информация была для вас полезна. Если вам понравилось данное видео, ставьте пальчики вверх. Если у вас возникли какие-то вопросы, оставляйте, пожалуйста, комментарии внизу. Я на всех на них обязательно отвечу. Если вы еще не являетесь подписчиком моего канала, то обязательно подписывайтесь на мой канал. Ухаживайте, пожалуйста, за своими волосами, становитесь обладательницами роскошных львиных грив, и до скорых встреч на моем канале. Пока-пока-пока!